Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Лили Халиуллина. Я MLM-предприниматель, сотрудничаю с брендом Siberian Wellness. И сегодня я затрону такую тему, как привлекать партнеров новичкам, если нет у нас у них результатов. Мне часто задают такой вопрос новички, мои клиенты, партнеры. Вот что нам делать? У нас нет результатов, к нам никто не идет в команду, нам нечего показать, как бы они сами проходят обучение, но как бы еще результатов не получили, потому что действовали неправильно. Что нужно делать, чтобы у новичка появились первые результаты и к ним уже начали присоединяться партнеры? Для этого хочу рассказать немножко про личный бренд. Да? Многие новички, когда приходят в бизнес, говорят: я не буду ничего продавать, я не хочу работать с продуктом, я буду строить личный бренд. Вот у таких людей как раз-таки и ничего и не работает. К ним не приходят партнеры, у них нет результатов, им показывать нечего, никаких доходов, ни кейсов, естественно, ничего не получается. Личный бренд – это как бы это рекрутинг качественных партнеров, и она требует раскачки. Раскачивается она примерно 3-4 месяца, где мы личный бренд – это когда у нас есть уже опыт за спиной, да, когда у нас есть навыки, знания, мы уже много обучений прошли, через себя уже многое пропустили, набили уже себе шишки, да, на себе все проверили, и потом начали получаться уже, как бы, появляться на первые результаты, начали появляться. И вот в связи с этим, чтобы построить личный бренд, чтобы он заработал, нужны нам кейсы, доказательные базы, что у вас все получается, что вы можете своим новичкам, своим новым партнерам можете что-то дать, то есть ваши партнеры должны уже видеть, что вы же что-то можете дать им, и они тогда начнут к вам приходить. А чтобы у вас за спиной был уже результат, чтобы вы уже могли что-то показать, естественно, нужно начинать с продукта. Поэтому это игнорировать не стоит. Продуктом мы работаем только в первое время, в первые 2-3 месяца до получения нормальных таких результатов, закрытия, например, там 3-4 квалификации. Это реально сделать с продуктом, и потом у вас появятся уже ваши первые результаты, и вы сможете спокойно рассказывать своим новичкам, своим партнерам, транслировать в соцсетях, что у вас вот уже первые результаты и легко дублицируемое вот обучение, вот я вам его даю, вы вот это все рассказываете, и к вам начнут приходить люди. Вот. Теперь расскажу про продукт. С чего вообще стартовать тогда новичку, чтобы начать строить уже личный бренд? Личный бренд – это у нас уже идет вторым этапом. Первый этап – это, естественно, продажа продукта. Как мы продаем? Мы не продаем в лоб. Мы не навязываемся, мы не втюхиваем, не впариваем продукт. Благо, у нас очень качественный продукт, работающий продукт. На нем у нас очень много клиентов получили свои результаты. Поэтому мы можем смело транслировать в соцсетях, что у нас продукт работает, что он натуральный, что вот смотрите, сколько людей получили свои результаты. У нас есть очень большой банк отзывов, который пополняется ежедневно. Оттуда берем отзывы, транслируем в соцсетях, и благодаря этому люди приходят к нам. Сначала клиентами становятся, а потом уже присоединяются на бизнес. В моей практике, сколько я замечала, в партнеры ко мне идут те люди, которые хорошо знакомы с продуктом. То есть они сначала приходят на продукт. Кстати, я там тоже пример. Я сначала пришла на продукт, попробовала его, получила свои первые результаты. И потом я заинтересовалась только бизнесом. На бизнес людям нужно дать время, чтобы они осознали, что им нужен этот бизнес. Поэтому на бизнес мы не зовем. Мы сначала зовем на продукт.
То есть в моей практике это работает именно так. Даже те новички, которые ко мне пришли изначально на бизнес, я у них сразу спрашиваю, вы знакомы с компанией Siberian Wellness? И они отвечают, да, конечно, мы знакомы, нам этот продукт нравится, мы получили тоже свои результаты, и теперь хотим развивать бизнес. Хотим большинству людей рассказывать, какой у нас крутой продукт, как можно с ним классно работать и получать свои результаты. Естественно, будут присоединяться уже партнеры тоже. У нас с компанией, в команде, то есть сейчас 22 марта будет стартовать наш лидерский спринт. Это быстрый старт, который есть крутая технология у нас, клиентские чаты. Это очень крутой инструмент, быстро, легко дублицируемый. Как раз он очень подходит для новичков, для получения первых результатов. Поэтому, если вы хотите получить свои первые результаты, хотите научиться работать с продуктом, то есть без этого никак, да, основа сетевого – это товарооборот. Как ни крути, да, мы должны работать с продуктом, сами его пробовать, сами им пользоваться, получать свои результаты и транслировать это в соцсети и своему кругу. Вот вы в нашем обучении, в быстром старте, получаете свои первые результаты, учитесь работать с продуктом, с клиентами, у вас появляются навыки продаж, люди будут приходить к вам и просить продукт сами, я вас уверяю, у меня это работает точно так же. Мы вас научим, как правильно продавать, не навязываясь, не предлагая никому продукт, а люди сами будут к вам приходить и покупать у вас продукт, вы понимаете? У вас какие преимущества ваши? ЛТО вы легко закрываете, выходите на 2-3 квалификации за 2-3 месяца, это доход примерно... скажем так, 10-15 тысяч спокойно можно сделать. Плюс, получается, как я уже сказала, быстрые деньги, да? И у вас за плечами уже ваш кейс тут же, да? Который вы можете уже транслировать в соцсетях. У вас уже появляется ваш доход, первый доход. Вот, смотрите, мой первый доход на клиентских чатах я заработала, поэтому... Вы можете уже звать к себе партнеров. У меня есть кейс, у меня вот есть такой метод, крутой инструмент работы, который для новичков как раз очень подойдет. 2-3 месяца мы работаем с клиентскими чатами, потом переходим к качественному рекрутингу. Качественный рекрутинг – это привлечение качественных партнеров к нам в команду. Уже не как продажников, да, мы приглашаем, а уже работаем с партнерами активно. Но их тоже нужно, чтобы они прошли все эти этапы. Тоже начали с продаж и тоже привлекали к себе партнеров. То есть именно так все это и работает. Есть некоторые люди, которые остаются на продажах с клиентскими чатами. Их так затягивают в эти клиентские чаты. Им нравится людям предлагать, составлять программы по оздоровлению. И они остаются с клиентскими чатами. Ну, то есть тут тоже как бы ничего плохого нет, но это как можно использовать как подработку, не как основной доход. Для основного дохода это уже клиентский чат не подойдет. И чтобы сетевой маркетинг стал вашей основной деятельностью, где вы будете получать основной доход, нужно обязательно строить личный бренд. Вот. Что нужно, чтобы участвовать в быстром старте, в практикуме? Конечно же, нужно зарегистрироваться в нашей команде, потом активироваться, купить продукцию на 1000 рублей хотя бы, минимальная, да, потому что продукт – это наш инструмент, мы с ним будем работать, с него будем начинать. Вам нужно получить свои первые результаты с этим продуктом, транслировать его тоже в соцсетях. Вы будете также рассказывать о нем, в своих клиентских чатах тоже будете, потому что... Когда вы рассказываете, не знаете продукты, вы будете в клиентском чате что-то рассказывать, люди вам просто не поверят. Они заметят это, что вы продуктом не пользовались, что вы даете сухой контент, что вы не делитесь своими покупками, что вы своими отзывами не делитесь. Люди это заметят, и, естественно, у вас никто не будет покупать. А когда вы продуктом воспользуетесь,
попробуйте на себе. Вот это можете рассказать свой отзыв, видеоотзыв можете выложить в своем клиентском чате. Все рассказать, отзыв, фотографии можно выкладывать. Тогда люди охотно, очень охотно покупают. Прямо у меня клиентский чат работает именно так. У меня в клиентском чате 100 с лишним человек находится. Каждый месяц я там устраиваю розыгрыши. Люди активно участвуют, покупают продукцию. И, в общем-то, 500 000 баллов на клиентском чате я делаю спокойно. То есть первые, я как сказала, 2-3 квалификации можно закрывать здесь спокойно. И получать за это дополнительные деньги, да? Ну и подытожим, да? Что вы получаете, когда работаете с клиентскими чатами? Вы получаете быстрые деньги, вы получаете свой первый доход, первые кейсы, которые можете уже дальше транслировать в своих соцсетях, то есть это уже будет ваша доказательная база, да, что вы уже сетевик-практик, который уже получил первые результаты и может уже о них говорить, то есть уже звать партнеров, свою команду и то, что вот, идемте ко мне все, я знаю, как здесь заработать первые деньги. Для новичков это очень актуально. И поэтому, если вы хотите получить свои первые результаты, начать свой бизнес с нашим брендом Siberian Wellness, то приглашаем вас в нашу команду, пишите мне в директ или в WhatsApp, куда вам удобно. Я вам отправлю вводное видео, вы там посмотрите про доходы, про методы работы также еще раз, да, и я вас сориентирую, подключу к обучению «Быстрый старт». Он, повторюсь, он стартует 22 марта, поэтому успевайте. Всем пока-пока!